Друзья, с вами Швили, мы играем Баланс Сити. Сама игра подразумевает того, что здесь видите балка, и нужно, чтобы ты построил там здание, сооружение, и чтобы был определенный баланс. Окей, из две вот так, баланс. Интересно. Так, это у нас какой-то завод. Так, это я не помню, что это такое. Окей, окно, окошки. Просто окошки. Всем очень плохо, все задыхаются. Бамс. Надо изначально было, наверное, построить именно это. Все недовольные что-то. Так, теперь трамвай какой-то. Окей, у нас трамвай теперь есть, ездит. Можно даже два, наверное, трамвая. Так, что это еще у нас? Я не помню. Потом правительство. Level complete. Все. Построили все, что нужно нам. А что, нельзя было? Был level complete. Я думал, просто мы идем в следующий левел, а он нас взял... Взяло все здание и провалилось. Ладно. Начнем с чего? Начнем изначально, наверное, фундамент. Это, наверное, фундамент? Нет. Тут это, наверное, фундамент. Или дома простые. Пемс. По отдельности, короче. Для этого нужна энергия. Сейчас мы сначала... Тихо. Так, мы, короче, построим столько много зданий. Вот так вот. Потом сразу энергетика пошла. Середина там тоже. Бомс. 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 Так, теперь что нам нужно? Так, у нас теперь, наверное, вот это вот нужно. О! Так, еще вот это. О! Все. Потом трамвайно. Два трамвая еще поставь. А, вон докуда. Окей, так, это пожарку. Что вдруг у нас будет пожар? А, вот это нужно точно. Level complete. Все. 150. Connections. Так, теперь что-то нам еще нужно, да? Угу, больничку. Так, больничку мы построили. О, ментовку. Трамвай. Так, это мы вроде тоже строили. Так, у нас загрязнение очень вообще жесткое. Так, теперь что нам нужно? Так, здесь есть квесты какие-то? А, нужно построить на 12 этажей выше. Помс, помс, о, плюс 2. Давай-ка. О, уже видишь, без работы здание, сооружение. Ну, давай тогда, что у нас, еще одну ментовку построим. Pollution is pollutions. Завод. Так, и... Так, все, у нас ничего не подождется. Пока, видишь, мы соблюдаем баланс. У нас ничего не падает. А нужно побольше, да, на людей? О, 156. Так, пожар. А, тут ментовка. Так, все, у нас тут мусора... Так, теперь пожар. Пожар у нас где? Так, все, пожар и это потушили. Осталось максимально... Так, все у нас теперь. Что такое? Уи! Level complete. Все, 400. Опять нам нужно...
построить вот этих чувачков побольше. Уже дальше начинают какие-то проблемы у нас. Блин, так-то типа не хватает людей. О, сейчас мы людей тогда настроим. Блин, видишь, я уже начинаю как-то все стрёмно делать, и у меня уже ничего не умещается. 150 метров, может, здесь так построим. Вот так вот, аккуратно. Слева внизу. Потом здесь тоже аккуратно. Здесь уже аккуратно не получится. Мне уже, наверное, упадет здание. О, пожар. Давай. Активисты. Активистам тоже крандец. Ой, пожар еще, смотри-ка. Так, еще пожар, он что-то вообще плохо этому чуваку. Все, вроде все довольны. И как я тут баланс сейчас соблюдать буду? Так, ладно. Завод. А зачем завод-то вообще? А, завод то, что энергии не хватает, если вдруг. Вроде пока я много энергии делаю. Нет. О. Во. Здесь вроде устойчивость мы, короче, делаем. Так, вон здесь устой. Тут вообще как бы что-то неустойчиво все. О, скоро здание надо построить. Level complete. Все мы сделали. Так, нам теперь вон куда надо. Заводов пока хватает. Пароходов. О, опять пошла жара, смотри-ка. Так, вот, давай больничка, плохо человеку. Дальше я не знаю, что делать. Дальше нужно опять здание строить. Энергии много. Опа-на. Всё, не хватает уже. Опа-на, нету ни того, да, не хватает. Всё, энергии не хватает. Ну что, завод строим. Всё, пока, братаны. Да. Ладно, еще один завод построим на всякий случай. Ладно, давайте. Устойчивость сделаем. Нет. Так, снесу. Подожди, здание. Что, нельзя снести? Ну все, наверное, так сделаем, чтобы он просучился опять. Улетели. Давай-ка пожарка, два пожарки. Так, где пожарка? Сейчас надо справа попытаться. Ух ты, здание здесь вообще. Может построить здесь? То уже здание сгорело. Так, ладно, давай. Памс. Нет, нахер взял. Это работа, по-моему, да? А, офис, во. А вот так вот мы сейчас баланс соблюдать будем. Народ-то нужно подтягивать. Опа-на. Нет.
Эх, что же сделаешь, что же сделаешь. Ладно, ребят. Я попытался, конечно, построить город все-таки. Почти получилось. Если у вас, конечно, получится, поставьте этому видео лайк. С вами был Шевиля. До новых встреч. Покедова.